Здесь у меня свежий огурец, соленый огурец, мини-моцарелла, нарезанная кольцами подкопченные сосиски. Были крупные маслины, пару штук, на горе с перцем, вот таким вот сыром. Кстати, очень вкусный перец. Тоже пошли туда. Если бы было больше оливок или маслин, добавила бы тоже сюда. Одно отварное яйцо натерли на терку, на крупную. Половинка перца паприка. У меня красный. Несколько листьев пекинской капусты. И добавляем 200 грамм маринованные опята с луком и чесноком. Немного посолили. Заправлять будем майонез, разбавленный с растительным маслом. И вот такой вот получается красивый и вкусный салат.